Итак, кюнен сайдам саналах сахаджана. Эги будет кускай бирини корягот. Джакуска коротага национальная гимназия тахигар урошова улусага буманны курдук саготок турар серкабы айдан кырбик полох тақыт бу римска католическая серкаб. Бу маннара сахабыт серегер джиннах арган музыкатын истек касеп. Бүгін бу серкаб туғынан беге баратын билиях пит. Бирге болын! Еще в XIX веке, оказывается, уже тогда, да, был приток в Якутию. Это были политические ссыльные, и среди них были католики. И вот буквально, значит, 1898 год, уже тогда насчитывалось 62 католика здесь. Мы об этом не знали ранее, да? И на протяжении 22 лет приезжали окормлять, значит, верующих людей, священники из Иркутска на протяжении 22 лет. Это было начало такое, да? Позже, в 1905-1907 годах были сосланы участники революционных выступлений, и к 1910 году здесь, на территории Якутии, насчитывалось 3000 католиков. И в период гонений на церковь, это уже время предвоенное, так скажем, годы репрессий, да, в 1940 году здесь очень много было представителей тоже, значит, верующих католиков, украинцы, белорусы, поляки, немцы, литовцы, они были направлены в спецтрест Дальстроя. Мы, значит, все мы знаем историю дороги, которая берет начало из поселка Хандыга, да, Тампонского района. Там начинается нулевой километр Колымской трассы, та самая дорога на костях, о которой мы, конечно, многие из нас наслышаны, которая, значит, до Магадана. Значит, протяженностью там несколько тысяч, сот тысяч километров. Свидетельства этого времени мы можем увидеть в рассказах колымские истории Шаламова. Вот, если говорить о более, как сказать, ну, ближе к нашему времени, да, в 1991 году здесь, значит, впервые сюда приехал польский студент, на то время он был теолог, или уже завершил он обучение, звали его Ярослав Басель. Он начал, значит, искать здесь поляков или потомков ссыльных поляков. Начало, значит, в 91 году. И уже где-то в 1994 году было примерно около 100 католиков, и было создан приход. Сначала собирались на квартирах, не было своего, значит, помещения. Даже, по-моему, в Доме культуры собирались. Первые богослужения были там. Вот. И в 95 году был зарегистрирован приход Христа Солнца Правды, религиозное объединение, то есть церковь была юридически уже оформлена. Вот. Ну, сегодня мы находимся в церкви, которая была построена уже в 21 веке, да, в 2009 году, а строительство церкви началось где-то с 2005 года и было завершено в 2009. Руководил строительством церкви отец Андрей Порубчин. Мне посчастливилось на протяжении 6 лет быть рядом и работать здесь. Я была секретарем, помощником, и это были такие очень интересные годы. Прекрасное было время. Здесь, значит, начало было... Сначала построили
канадский домик, двухэтажный канадский домик, да, он назывался «Дом молодежи Дона Боско». Кто такой Дон Боско, вдруг люди спросят и заинтересуются, да, это священник, итальянский священник, живший в XVIII веке, он, значит, основатель общества сальзианцев. Что это за общество? Это орден, который, значит, свою деятельность направляет в работе именно с детьми и подростками. В XVIII веке в Италии много было брошенных детей, бездомных детей. И вот он своим служением выбрал именно служение детям. Создавал такие дома, в которых дети могли, значит, найти приют. Много, оказывается, было детей улиц на то время. Дети были, прям жили на улице. И он помогал обрести профессию, давал образование детям. И позже его, значит, распространилась его деятельность по всему миру. Сейчас в очень многих странах есть вот эти вот общества. Они занимаются как профессиональной деятельностью, дают, значит, какую-то профессию ребятам, так и... Вот у нас здесь, например, в Якутске, Дом молодежи Дона Боско, это место, где дети могут в достойных таких условиях провести свое свободное время. Очень много ребят за эти годы, особенно тех, которые рядом здесь живут, ну, они выросли прямо в стенах Дома молодежи. Очень много было разных мероприятий проводилось в Доме молодежи. Вообще начало берет в Алдане. Потому что в 1991 году впервые там появились. По приглашению, значит, в городе Алдане был такой, как бы, заинтересовались вот этой системой воспитания Дона Боско и пригласили представителей туда. В первую очередь пригласили туда, и оттуда мы потом уже, значит, позже здесь появились, в городе Якутске. Таңаражайты римско-католической болан православнайттан уратыта әлбәх, холобыра православныгы күрдік манна көмес әгілгетін көрбек күн, уанна оттон бир уратынан атыққасы бұманны күрдік салаға ұскымайалар балылар. Онтон интерьер тұхынан бұл сәркіп тұхынан бейға сихили ағабыт Павел Капсия. Здравствуйте. Здравствуйте, отец Павел. Мы находимся внутри церкви, она очень красивая, очень широкая. Пожалуйста, познакомьте нас с церковью, с ее интерьером. Хочу вас поприветствовать в католической церкви города Якутска. Угу. Это наша католическая церковь, угу. Называется церковь Святой Троицы. Угу. Можно сказать, что наша церковь является младенцем между церквами католическими. Потому что в мире есть католические церкви более тысячи лет старые. Но да. Наша церковь только чуть больше 10 лет. Совсем-совсем еще молодой, да? Да, да. Название католической церкви обыкновенно выражается в центральной картинке. Сейчас можем посмотреть на нее. Она очень-очень богатая. Очень красивая. Автором этой картины есть Марина Лукина, якутская художница. Центральная мысль этой картины выражена наверху. Этот треугольник, треугольник, он является символом Пресвятой Троицы, потому что христиане верят, что есть один Бог, но в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Да, так. И так, наверху символ Пресвятой Троицы, это отверстие, символ Отца, голубь, символ Святого Духа, и это кольцо или солнце, символ Иисуса Христа.
но и между ними Дева Мария, как Божья Матерь, и первые апостолы, ученики Иисуса Христа. 12 апостолов. Да, да. Между такими основными артефактами в католической церкви находится прежде всего алтарь. И у православной церкви, и тоже в католических церквях это основный артефакт. Вот он. Да. Стоим сейчас перед алтарем. Можно сказать, что во всех культурах, у всех людей во всем мире есть жертвоприношение, потому что люди чувствовали, что есть что-то над ними, что-то сильнее. И надо, сакральное такое, да? Да, и надо с этим существом иметь хорошие отношения. И поэтому приносили жертвы. Это, например, и у якутов до сих пор, когда с охотниками где-то встречусь, так они бросают штучку мяса в огонь. Это суть этого есть жертвоприношение. Благодарить за удачную охоту, например. В христианской религии приносится как на жертвоприношение и на алтар хлеб и вино. И эти жертвоприношения всегда имеют конкретные намерения, как благодарность или просьба за дар здоровья или за вечную жизнь для усопших, и уже намерения могут быть различные. Это ежедневно приносится литургия, жертвоприношение на этом алтаре. Следующим артефактом, таким основным в католической церкви, есть стол Божьего слова. Это место. Из этого места регулярно, всегда в течение литургии читается Божье слово и объясняется то Божье слово. Потому что христиане верують, що несколько тисяч лет тому назад Бог сказав чоловіку, що то там прежде всего через Мойсея, ну і других, да, сказав свої істини, і все це було записано, і це Боже слово регулярно читається. Ежедневно, да, тоже? Ежедневно. С этим чтением Божьего слова связана такая одна вещь, на которую часто люди спрашивают меня в сравнении с православной церковью. А у вас находятся скамейки? И в православной церкви не бывают скамейки. Да, так, да, я да. Это тоже заметила. Почему? Ну так, здесь объяснение. В католической церкви очень подчеркивается это чтение Божьего слова, и чтобы верующие, участвующие на литургии, чтобы могли нормально, так комфортно выслушать Божье слово и это объяснение, чтобы не было им неприятно, и поэтому возможно сидеть в течение Божьего слова, читания, слушания Божьего слова и объяснения, чтобы могли сползай потом уходить из литургии. Когда-нибудь я посетил Азербайджан, там есть тоже в Баку, в столице Азербайджана, католическая церковь, и собратья мне там рассказали такой случай. Приходят там и студенты университета и на экскурсию, и случилось так, что спрашивали их, а где у вас находится шкаф счастья? Собратья не понимали, какой шкаф счастья. Но кто-то нам говорил, что есть у вас такой деревянный шкаф, где, когда человек, хотя у него большие проблемы и неудачи, и так, и он заходит там, и через несколько минут очень счастлив, да, выходит оттуда, а где это находится, что это? Они потом поняли, что это исповедальня. Да. Да, так.
Здесь сейчас стоим перед шкафом счастья или перед комнатой счастья, исповедания. Она имеет, может быть, это одна комнатка или две. Сюда заходит человек, который хочет исповедаться. И с другой стороны сидит священник, который слушает обыкновенно это символ священства. Называется штучка стола, и так сидит и слушает человека, который исповедается, и потом ему может посоветовать, ободрить его в том, что ему надо, и молиться над ним разрешающую молитву, которой он получает освобождение от грехов. Любой человек может прийти сюда, или только верующий? На основе правил церкви на исповедь может прийти только крещённый человек. Но есть возможность и некрещённым что-то похожее пережить. И то потому, что исповедь имеет два уровня. Уровень психологический и религиозный. И на психологическом уровне, то значит открыться, поговорить об этой своей проблеме, получить совет, получить ободрение, это может и некрещённый человек. Любой человек, да? И приходят люди, используют эту возможность. И я очень рад, что могу и так послужить. А я могу тоже сейчас зайти и тоже как-то прочувствовать? Конечно. Только. Только. Этот разговор не будет такой серьезный. Я просто хочу сесть и прочувствовать, как он происходит, вот этот вот момент разговора со священником. Это очень интересно, потому что я в фильмах всегда такое часто видела, когда человек со своими какими-то переживаниями приходит сюда и делится. Конечно, это не освещается, но вот очень интересно было на себе это прочувствовать. Ясно. Католическая Таңара Жетенигинен Ытчат Жетеден, молодежный центр, где Улялир, ол социальный хайсханнан, Кастаны раз, ну эльбах программа танага я кайсхатын кепсиях пенхеб, баста кайсханнан олар күтөле болар. Итер сайын нарар огону олоққа білемнер, аналлах программалары білемнен, урут католической, католиктарда анны, атын социальный, ну педагогическая наука, айын, опыты тамуньяннар эльбах олян ыгыталлар. Манна нул сағыттан үрдікі осқола сағығырдылы оғылар мұстаннар түріп бүттірттен құрықтақ келелілер, көңіл сұрықтақ келелілер. Ол оғылар мұстаннар арасқа үйренелілер, үрчілелілер. Барыда кенілер сайдалары ғар, онына кенілері олыққа білімнерге аналлақ программалар әлбақты ғытылылылар. Кыхын өттігер арас мастер-класстар болалылар, арас олағанда кейін тірігерген құрдық, ол түңәбілән тірігерген ғыжалар. Қолы бір кәнлігіттен қандығы ғана атақпына дейін, Японияттан құдығы үйленге университетке кәлін үйріні ғыжар күз, оригамиға үйріп біті олару, Қытайтан ғыжар студенттар ағылғастырғы үйріп біттері, мастерской дақтар онын олаттары масоң Рождествоға кергелерін оңырорға арасы мастер-класс олуға албақ болы. Оанна, өші бір қайысқаннан арыгын қос көртамныллар. Оан үкі қардыйден программаннан жарықтананнар арыгыны наркотигі бұраға ғыджар, бұрақ пыджонлар мұсталларығар қос көртам береллер, ол көрсігілерігар. Неделі ақасады көрсігілер, кенелер, оана туспа,
оннук жоннор, оннук проблемала жоннор, эме бейлерех проблемалахтар, онтоларын быхараларыгар, эме мусталлар олжияға кергеттере, оғолора, улаппыт оғолора, эме онын жарыктанлыларыгын поддержкалан оннук тух береллер. Қос месті береллер. Онна өсі бір қайысқаннан Ирхан Тугендерин Корчебит Джанарга, Итчаджиетте, католик Таркомелера Боллар, Ирсиллар Габу, Манна католическая Тангара Джиетте, Терилиареттен, Каритастен, Анду Дютара католической благотворительной, Онду Джонга Комелера, Терилте, Тугунан Черчитинен, Улетин Черчитинен, Тугунан Буттарете. Үлелерін бәліеттен стоматологическая қайған, әлбәғі үлелерін көрін стоматологическая кресла сабырудаваны емік бұттыр әді. Ол туақтан, тазды дүттен, оны білеген специальный стоматологическая дәріттаға кабинетка бірелі бітті. Ол үлені білеген салған волонтердар, әдәрітчат, мұстандар, Он ирхан олохта жонга раз карайскаларынан көмөң роллар, ол ого жетте боллун, кыржастар желер боллун, онна гыджан, кыржастар желерегер колу бүркен неке сырыбытыгар концерт көрдөр бүттере, онна валлана спектакль тургур бүппут, онна оно ол келхеджи бут жоннору волонтёрдар ара омукту туттанин волонтёрдар баалар эте он хайур үрэллер эте он особенно айтиниктен подарок материальный подарок бол бакка белакка бол бакка ордук тинник сыганга үрэллер эбит он бу мен товар хем кур урт келхеджи бут да эндиен он үрэн кепсе биттере он Білеген пандемия біреметігерген материалнай ұрыққан түгенге түбәспет жоңға ағылығынан таңағынан көмөліғі салғана тұрар. Манан римскай католической таңара жетін тұғынан тахары бұд бастықы чаға түміктенер. Салғыйтын чаппер күн көрі күтігерін арабыд. Келәрі перге худоғынлік Сергей Авилев 14 рүхіддерін тұғынан сырдатыға, оны тағынан инструментлер хоролларын арган тұғынан сейілі білеқпет. Чаппер күн 11-ңар частын бұжық ұскай берене көтетімен.